Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет новый онлайн-шутер от первого лица на Android. Эта игра находится в разработке, и сейчас мы с вами посмотрим на этот шутер. Заходим в настройки, так, контроль, геймплей и графика. Графика у нас ультра, высокая, ультра. В общем, насчет графики все круто. Имеются различные оружия, они делятся типа по категориям, пистолеты, автоматы, дробовики и тому подобное. Ну, довольно-таки все выглядит неплохо, но посмотрим, что будет дальше. Имеется всего лишь 3 пистолета, очень мало, но понять можно, игра новая. А топорик и ножик, да, возвращаемся назад, имеются там кепочки, масочки и бронежилеты. Имеется клан, ранг и как бы все, давайте нажмем на play. И сейчас сыграем, потому что уже не терпится. Я видел ее в Play Market, но там я ее не мог скачать. Было написано, что сейчас очень много игры в игре типа тестируют эту игру, и сейчас невозможно поиграть. И мне пришлось скачать ее через другие сайты, эту игрушку, и записать для вас обзор этой игрушки. Многим не понравилось то, что говорят, что это типа донатская игра, и вот типа когда ты умер, и сразу появляется типа у тебя кнопочка «Возвратиться за деньги, за золотые слитки», и посчитали это все за донат. Так, здесь, честно, я не понимаю, что здесь происходит, здесь каждый друг друга мочит, ну, если такая мясорубка произошла, то вперед, да? Как видите, вообще каждый мочит друг друга. Просто мясорубка, реально мясорубка. Меня сзади стреляет, меня спереди стреляет. Со всех сторон меня стреляет, и я не знаю сам, что, как, понимаете? Это довольно-таки странно все выглядит. Вроде в одну сторону идем со своими этими парнями, вот они, да, но они почему-то меня убивают, и он сам автоматически у меня ногой пинает их. Я не понял, конечно. Ну, в общем, не суть, давайте, так, ой-ой-ой, перезарядочка, ну, как видите, когда я стреляю вперед, меня стреляют, естественно, сзади, может быть, никто не знает, что, может быть, я свой? Над этим вопросом надо подумать, ребят, а кто уже над этим думал, ну-ка, в комментариях, пожалуйста, напишите, что думаете по этому поводу, почему такая мясорубка здесь происходит. Можно подбирать оружие, у меня, в принципе, такой же, да? Нет, у меня чуть другое. Так, что у нас есть? Пистолет, ножик есть. Вот, ой-ой-ой, куда я близко к ним подхожу? Ой-ой-ой. Ну, мы с пистолета быстренько. Вот, я хочу снайперку взять. Вот она, прицелка. Опаня. Фух ты, мощнейший, да? Опа, давай. Есть. На, двоих мы с вами убили уже. 3 минуты. Капец, здесь бои, оказывается, долго идут. Или я так просто... Этот... Что, можно и налево поворачивать? На тебе... Здесь ихняя точка спавна. Нифига, мясорубка жестко происходит. Да не стреляй ты меня. Свои. Нет, когда идешь, вообще невозможно стрелять с снайперки. Если вдруг игра вам понравится, скачивайте ее по ссылочке в описании. Также не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и написать крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. Мы играли, наверное, в этом режиме дэч-матч, это типа вообще смертельный матч, и все, каждый сам за себя, туда-сюда. Free for all, флаги, бомб, дефус, ган гейм. Чё это за режим? Ган гейм. Вау, пустыня, Сандшторм, ган гейм. Ух ты, нифига себе. Ну-ка, давай здесь сыграем чуть-чуть. Где мои автоматы, что-нибудь есть? Так. Раунд начнется через 4 секунды. Одна уже осталась. Так, что есть у нас? Что есть? Пистолет стреляет. Это ну, что за кнопочка у нас? Непонятно. Так, все, у нас больше нет оружия. Это, возможно, как гонка вооружений, типа, да? Мне кажется, это режим гонка вооружений. Потому что оружие и как-то все странно. Но мне кажется, по-любому... Вот, ты че? Еще один патрон ему. На... Ну, не похоже что-то на гонку вооружений. Ну, в общем, что это не было бы. Есть режимы и довольно-таки много. Я всегда прав, и это гонка вооружений, ребята. После каждых побед, смертей, да, вы будете получать новые крутые оружия. Да, вот сейчас у меня такое вот УЗИ. Ну, меня, к сожалению, убили. Интересно, он у меня останется, либо же исчезнет на пистолет.
Ну-ка. Нет, он остается, ребята. Остается. Ладно. Так, отлично. Вперед, мясорубка. В общем, вот такая вот игрушка. Блин, чуть-чуть ему осталось. Один выстрел бы и все. Мне вообще, если честно, режим гонка вооружения нравится. Такой интересный. Есть к чему стремиться, да? Это вот новое оружие. Так, Ким. Убитый он уже. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот убили. Так, новое, но меня убили. Здесь, короче, можно только говорить, убили, нет, меня не убили, у меня новый пистолет, у меня новый автомат, а нет, я еще живой, все, вот так вот. Так, ух ты, здесь вот наша кнопка, вообще распаун, ё-моё, офигеть, я мочу их, а. Смотрите, так, он, наверное, сам не понял, ух ты, нифига себе, вот это да, арбалет вашему, этому мнению, вашему зрению, да. Вашему представлению, да, вот, наконец-то. Вашему представлению. Я как с него стрелять-то? Эй, я как попасть-то в него? А, во, я попал. Нифига себе, стрела долго летает. Так, что, они зависли, что ли? Ой, да, я ногами. Это что у нас? Вот это да, вот это вообще мощная штуковина. Я даже не знаю, как ей стрелять-то. Ого, вот она, мощнейшая просто пушка. Сейчас перед вами. Вашему представлению. Наконец-то, правильно все сказал. Вот это реально пушка, смотрите, как она уничтожает. Ё-моё, да я тут, походу, их всех поуничтожал. Офигеть. Только посмотрите, что про... О, дробовичок. Ну-ка, ох ты, на, с одного выстрела. Тук-тук-тук, опа, а, убили, да? Нет, не убили, ой-ой-ой. На, ножик, да ты чё, как я с ножиком их буду? Ну, и не с таким, ребята, воевали. Так, на, все, отлично. Спокойно, вот здесь, вот так. Фух, гейм овер? В смысле гейм овер? Я так играл хорошо. А, нет, все, нормально. Гейм овер это в том смысле, что время закончилось. Я первое место, золотой кубок перед вами, это все для вас, мои зрители. На этом все, всем спасибо за просмотр, до скорых встреч и пока.